А по версии дых облаков, сердце горит. Подростки учатся ходить строем и при этом петь песни. На поляне под лагерем Черкасова идут военные сборы. Здесь воспитанники военно-патриотических клубов живут в палатках, еду готовят на костре. Но главное – тренируются. Курсант Лиза Королева стреляет почти без промаха. И это еще не все, чему девушка научилась в военно-патриотическом клубе. Я научилась технике, научилась стрелять из автомата хорошо, научилась разбирать автомат, не полную разборку, полную пока не разбираем. Дальше. Еще научилась дисциплине. Дисциплина хорошая. И ладить с ребятами. Тем временем ребята переходят на следующее задание. Здесь их ждет рукопашный бой. После разминки курсанты встают в пары и учатся четко наносить удары. Но отнюдь не для того, чтобы потом хвастаться перед сверстниками. Мы готовимся к самообороне. Только к самообороне. Не используем это ни в бою в уличном, ни в каких-либо других. Только для самообороны. И то очень редко. За 10 дней им нужно освоить полевую медицину, военную топографию, сборку и разборку автомата. Всего 13 дисциплин. В этом лагере вместе с курсантами военно-патриотических клубов занимаются и трудные подростки. Организаторы полевой смены верят, труд и дисциплина помогут их перевоспитать. Может быть, кто-то из них одумается и справится. Может быть, кто-то придет заниматься в какой-нибудь военно-патриотический клуб. Кто-то сделает для себя выводы и чему-нибудь научится. Заслуги руководства клуба уже отметили. Недавно Ирбис получил грант. На его средства купили палатки. Поэтому в Ирбисе планируют завоевывать еще гранты, чтобы в лагере появились новые направления военно-спортивной подготовки. Александра Поддубная, Марина Агалакова, Интера ТВ.